всем известно. Thank you.
что там было, это была наша. И гордость, и позор, и друг, и враг, крутой и раз, ущелье вертолета. Искры подстучащих по траве, каждое воспоминание что-то, что только сам познал на траве. Воспоминания, воспоминания, и прямо дорого из-за камней, и навсегда ушедший на задание отряд отчизны верных сыновей. И навсегда ушедший на задание отряд отчизны верных сыновей. Афганистан все дальше, но как позже, при встрече дружеской слеза глядят на нас печаль и надежда, поднявши материнские глаза. Зовите храм любовь, поставьте свечи, постойте у трепещущих огней. И, может быть, кому-то станет легче плену жестокой памяти своей. Воспоминания, воспоминания, упрямо дорого за камней, и навсегда ушедший на задание отряд отчизны верных сыновей. И навсегда ушедший на задание отряд отчизны верных сыновей. Сейчас. Я вместо плей нажал на стоп. Пойди, командиры. Мне особо тяжело прощаться с вами. По той причине, что честь и слава полка делалась вашими руками. Пришло время командиру полка и полковнику Рохлину возвращаться на родину. Звезде, красной звезде, которую ты получил, ты в ближайшее время получишь орден красного. Мысленно. Мы не встречались с Рохлиным, да? За то, что на своей провинции, которой ты руководишь, я бы сомкнулся только любовь и только добрые отношения. Раньше занималась скульптурой, а теперь в основном рисую. А когда это все выточили? Эх, не вовремя мы пошли, а? Все, пожалуйста. Вертолетчики. Командир, через несколько секунд, буквально секунды, пошли. Странные вещи, да? А? Воевали против него, а теперь помогаем, когда его тоннику прижали. Да. Оружие откуда он взял? Да. Конечно, а ему помогали уже однажды, еще в той войне. От какого дружка потерял я в бою? А вчера среди горы бескру, где сжигает жара все вокруг, опаляя небесную память мою, слышишь вдруг, мой дружок, мы сошли на небесную высоту, под которой ты лег. От какого дружка потерял я в бою? Нам уже
закрывала глаза. И горел ПТР, мне летят три коза, но я далек. И как голос из Курашова выкрик вперед, шум нет. Оборвался, на поле натянутый нерв, и со склона пошла ему пуля навстречу, полет. Печальные встречи рухнули над головами, проводясь на знамя. Прощай, мой брат, отныне ты навеки с нами. Прости, что ты погиб, а я всего лишь ранен. Граждан Гарри, погиб в стане. В Афганистане. Чик-чик. Сотни миллионов долларов.
хозяин покажет уже ясик и последить по воротам до тех пор, пока последний... Нет, вот и все. Там надеял. По-моему, да. Блин, ты показывай. Сюда, иди, сюда, показывай. Да, не надо, все. Все, давайте сначала, не надо, побежали. Это вот в Хвосте высаживается десант. Вот так и высаживался тоже. Это пыль сплошная. Потому что вертолет не выключает двигатель, вращает, пыль разносит жуткую. И вот в этой пыли десант выходит и идет на выполнение задачи. Не показывайте там что-нибудь. А это вот... Пальцем на колесо. Это вот вертолет, видите, я его назвал точка опоры. Вертолет садится одним колесом, упирается, и берет раненых, высаживает десант на скалу. Вот таким вот образом летчики действовали. Ну, объясните, почему на одно колесо садится? Потому что там площадки-то нет. Нет площадки, конечно, скала отвесная. Нет, он выбирает сначала, только точку опоры. Сначала объясните, почему. Он точку опоры выбирает вот на скале. Сесть-то негде. Сесть абсолютно негде. Он только выбирает точку опоры, чтобы одним колесом как-то прикоснуться. Это вот закон, жестокий закон войны. Остаться одному. Все уходят, а один остается для того, чтобы прикрыть отход своих товарищей. Это вот 12 случаев было таких в Афганистане, подрыва с собой последней гранатой. Это вот посвящено тем героям, ребятам, которые подорвали себе последней гранатой. Нет боеприпасов, все, душманы подбираются уже, ничего не остается, как он ждет, когда к нему подойдут и рванет. Я не видел вас. 12 случаев таких. Это небольшие полотна, они написаны на больших холстах, вот, и висят в комитете матерей погибших воинов. Вакарьевы. Вот. Это Вареников. Я нарисовал в Хвосте, перед тем, как вот планировалась боевая задача взятия базы одной крупной. Душманская Джавара. Вот перед этим было заслушивание всех. Он заслушал Вареникова, меня заслушал, мой доклад. Вот. А это замминистра обороны афганской армии. Там он в глубине переводчик. Я когда нарисовал, я не думал ему отдавать, но рядом сидел один генерал, схватил у меня этот рисунок, и Варенику тот, спасибо, и себе забрал. И у него висит дома в рамочке, под стеклом висит этот рисунок. А это ксеркс. Потом уже мы вышли на него и попросили заснять. Потому что мне этот рисунок, в общем-то, дорог. Это все вот такие вот зарисовки на ходу. Там. Я не расставался с блокнотом. Я везде рисовал. Свободную минутку я... У меня всегда под рукой была вот эта ручка. И... Зарисовывал, особенно мне удаются портреты, вот видите, это все лица абсолютно узнаваемые, похожие, вот, и я старался запечатлеть их себе на память. Вот это вот. Попадает. Ну, может, рисунок или картина. Это все очень интересно, не просто вот эта картина, а с комментариями это все совсем по-другому смотрится. Притом вы очень хорошо все это рассказываете. Засняли. Это вот в горах встретился родничок. Такая жажда была, такая жара жуткая, это похоже на баррикад. И вдруг вот в горах встретился вот такой родничок. И не заминирован, ничего, и мы брали оттуда воду, набрали свежей водички. И вот я набросал это все, набросочек сделал, вот такой вот как-то расщелина здесь такая, вот там вот пост, вверху стоит пост. Вот. И здесь вот солдаты набирают воду с этого родничка. Выпустили же ты на укусы. Другой. Стой, впереди работают саперы. Вот уже мины здесь выложены, саперы работают и остановили колонну. Колонна встала, ждет, когда саперы закончат работу. Здесь вот тоже это возле Газни. Местечко такое у Газни. Вот колонна идет. Все, чуть-чуть остановились, я наброски сразу. Это вот автобиографическая такая
вещь покупал. Да, сейчас. Кто? Может быть. Нет. Это вот чай. Как приятно вдруг. У афганцев так. В любой момент, где хочешь, в горах ли это, дома ли это, в самом случайном месте всегда есть чай. И, пожалуйста, угощают чаем. Вот я нарисовал такую картинку, в горах чай пьем. 2 километра от пакистанской границы. Вот эти горы уже, это пакистанская граница. Вот в 2 километрах от пакистанской границы пить чай. А вот солдат в каске. Вот это солдат в каске, это Сережа Болотников. У меня есть песня, посвященная солдатам. И она называется «Песня, сочиненная солдатом». Так она называется, эта песня. Когда в Пашинском ущелье я узнал, погиб один солдат, и у него нашли в внутреннем кармане тетрадку в клетку, пробитая пулей. Он погиб насмерть сразу. А там стихи в этой тетрадке Сережа Болотников. И эта песня была на кассетах записана, а потом Ткаченко заинтересовался. У меня спрашивают, кто этот солдат? Я говорю, я не знаю. Фамилии я не знаю. Я просто был потрясен этим случаем. Вот, и я написал на этот случай песню. И он по этой песне нашел этого солдата и командира взвода, и эту тетрадку. Она сейчас в музее афганском. Эта тетрадка. И меня мать прислала фотографии его, его мать, мне. Вот, и попросила, чтобы я нарисовал его в форме. Вот я его нарисовал по фотографии в форме, нарисовал той, которую он погиб. И сейчас это, вот этот рисунок выбит на его мраморной плите. Висит эта картина сейчас в небольшом музейчике, таком районном, в нашего района. Это большое полотно, 20 метров. Вот, и... Смысл этой картины? Ну, вы знаете, я что хотел? Я ничего не хотел. Я написал вот то, что как я чувствую боль потери своего друга, своего товарища. И много раз вам приходилось. И приходилось мне видеть эту гибель, эту, да. Совершенно с человеком я разговаривал всего несколько часов, может быть, тому назад, а сейчас он лежит в машине, накрытый брезентом. Дит вот так вот, вот такая у него, мне так, мне кажется, что такая горестная у него такая вот поза, отчаянная поза такая. Он сидит, поджался весь, а рядом лежит его товарищ, которому уже все равно. Постели сейчас мы сделаем. Вот это вот я буду дорисовывать, я же еще не сделал. Ну как, помощник, закрепил там? Да. Леша по улице обрезать. Да на дедушку смотреть, на дедушку. Камеру не надо смотреть. Где ж ты не вылез из-под стандарта? Когда? Когда? Сейчас когда? Я... Опля. Я в комитете зале подарили. Макарьева подарили. Так что я принесу ее автографом и поставлю. Хорошо здесь все выше, да, картинки? Да. Какой-нибудь. Ну, а тут надо спросить, что я делаю, я расскажу. Я расскажу, что я делаю. Олег, можно как-нибудь это, вот, обыграть это? Рисуйте, пожалуйста.
кусачая. Она сейчас будет царапаться. А, кусачая. Нет, она убрала когти. Кусачая, 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 кусачая. Ну, все. Кто побывал в Афганистане, вспоминать о нем не перестанет, вспоминать о нем не перестанет, не забудет дружбы боевой, и небо голубое, голубое над горячей горной страной, солнце золотое, золотое. Ним идет стоки бой, солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Напрасно войны сидеют, напрасно их ряды редеют, подвиги в легендах не стареют, и не меркнут памяти людской. И небо голубое, голубое над горячей горной страной, солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Годы боевые пролетают, следы на сердце выжигают, на груди медалями сверкают, отражая трудники былой. И небо голубое, голубое над горячей горной страной, солнце золотое, золотое, а под ним погиб товарищ мой. Солнце золотое, золотое, а под ним погиб товарищ мой. Ныряем, Леша. Так, все, все, это не надо здесь. Рукава съехали. Не рукава. Все нормально. Сейчас рукава перепутались немножко. Вот так. Ну не надо мне крутить тут все. Все. Леп тетка. Одеваем кивер и отдаем честь. Вот так. Пожалуйста. И руку убрали. Молодец. Только тут как раз. Давай. Молодец. Отлично. Будущий офицер. Ну, разыграй нас. Интересно. А вы обижаться не будете? Да ну что ты, что тебе? Нет. Я, говорит, если разыграю, так я разыграю так, что обижаются. Да не будем, ну что ты, ну, давай, разыграй. Вот хорошо. Билет постучал в дверь. Билет винник в парашу воткнул, только там глазок открылся, он туда. Винник, и положил винник опять. Дверь открывается. Поворот нормальный. Вот, и стоит возле двери. И стоит возле двери. Дверь открывается, заходит два лба таких с дубинками. Мента заходит. Говорит, ну-ка, папаша, отойди в сторону. Сейчас у вас канал. Первый вопрос это такой. У вас только совмещается и поэт, и художник, и инженер, и военный. И, в общем-то, у художник хочет красками выразить то, что нужно сказать словами. Вы потом пишете стихотворение словами, хотите нарисовать картину. Как военные вы должны были принимать решения, должны командовать, и вам не до полиции. Как все ужалось, как это все появилось? И как это в Афганистане? Ну, все началось только с песни. Дело в том, что у меня семья певучая была. Отец, мать. Отец играл на всех инструментах. Как о нем говорили, любую палку возьмет, уже заиграл. Так что, я прошу извинить. Там все равно что-то очень резкая тень. Ну, просто теперь она направо переместилась. Нехорошо получилось. Как-то вот убрать лишние слова. Ну, ладно, и... все.
Попробуйте самое главное, самое... 4 минуты на пленке осталось. И все, да? Еще один какой-то, да? Есть. Все, пожалуйста, второй. Ну, здесь, все, пожалуйста. Вы знаете, все это помогало. И рисунок, и песня, музыка. Все это мне помогало в службе. И не мешало нисколько, как некоторые считают. А наоборот помогало, и выручало даже. Ведь во многих местах таких, в Афгане, когда я был в ущелье, вот казалось, ну такая тяжелая обстановка, как будто бы уже отсюда никогда и не выйдешь с этого ущелья. А я начинаю рисовать что-нибудь, вот, или в голове застучат стихи, я записываю, вот, и как-то все это легче принимается. Мне однажды пришлось полтора месяца сидеть в одной крепости, Чимкани. Вот, был, Чимкани называлось поселок, это под Гордезом, в горах, 5 километров от пакистанской границы. И вот там, в таких условиях тяжелых, когда мы сидели полтора месяца на одной фасаде, и выбраться оттуда было невозможно. Вот, а мне помогала песня. И окружающим тоже. Так что это настолько взаимосвязано, что я даже не знаю, что главнее и что выручало больше, песня, рисунок или... Понятно. Теперь вот у Сережа вспомнить самый какой-то такой драматичный момент вот, пребывания в Афганистане, когда помогала, может быть, там или песня, или мысли о том, что дело наше правое, мы победим. Что-то... То, что вы видели и в себе, может быть, открыли какой-нибудь вот самой такой острой остановки. Не обязательно вы тоже от начала до конца обрисовываете, это самое главное. Ну да. Потому что это будет подразумеваться. Угу. Любая война есть профессиональная проверка, вернее, проверка профессиональной готовности каждого офицера. Вот. И вот тут вот этот Афганистан показал, насколько у нас офицеры подготовлены, и насколько подготовлены внутренние наши молодые ребята, воины. И когда я приехал в Афганистан, я был поражен. Все-таки неистребимы наши гены. Настолько мужественные все ребята, и в самых тяжелых условиях держатся великолепно, отлично. На каком примере? Ну, например... Вот мы, значит, шли по дороге на Барикот. Тяжелейшие условия были. Во-первых, пекло под 50 градусов. Во-первых, обстрел все время минометный. Хотя и прикрывают, как будто бы нас войска и слева, и справа. А они все равно из минометов нас обстреливают. И под этим обстрелом мы восстанавливали дороги, чтобы можно было пройти войскам. Другой дороги не было. Только одна. 70 метров пропасть внизу Кунар. Вот, ну что, вот работаем. И вдруг начался обстрел. Никто никуда не разбегается, ничего. Так, за камушек где-то присядет, приляжет. Закончился обстрел, опять встали, вот, еще со смехом. Вот, и начали опять продолжать делать дело. Кто-то ранен, кого-то зацепило. Тут же сразу оказали помощь, унесли в нужное место, где прилетит вертолет. И так дальше. Но был у меня, конечно, один интересный случай, когда один мальчишка... Кто там? Телевизор в последнее время можно и не смотреть. Я говорю, телевизор в последнее время можно и не смотреть. Так, успел? Успел. Ты что, уже 20 секунд? Это что такое за курение? Ну, два раза дымнул, и все, мне тут уже достаточно. Я за минут 10 могу жить. Дверку прибрать, пожалуйста. Вот, делаем, да? Ну, пример еще какой-нибудь. Ну, пример один интересный. Слушайте, пример. А пример один интересный. Я понял. Я пример один приведу, интересный очень. Вот. Значит, там была одна, в одном месте простреливая зона. Настолько душманами сильно простреливая зона, что никто оттуда приехать не мог. И вдруг мы смотрим, идет БТР. Идет БТР, по нем бьют душманы. Слева, справа рвутся снаряды. С безоткатки бьют. Радокотов там не достать, но они и с ДШК бьют, и минометный огонь по этому БТРу. БТР виляет, но идет.
А БТР-40, это не вот этот БМП, вернее, с шестью колесами, а всего с четырьмя колесами БТР, маленький. Вот. И вдруг колесо его пробивают. Он останавливается, и что мы видим? Под этим обстрелом солдат вылазит оттуда, так, и меняет колесо. Рядом рвутся снаряды, рвутся все, мы затаив дыхание все смотрим, ну что делать? Ну, артиллерию дали туда, откуда огонь ведется, но это пальцем в небо, потому что кто знает, откуда убьет. В горах это сразу не определишь, потому что там со всех сторон. Вот. Он надел новое колесо и поехал опять. Вы представляете? Приезжаем, думали, ну там богатырь, парень какой-нибудь. Выходит маленький мальчишка такой, маленький солдатик такой, вот, раненых привез. Оттуда вытащил откуда-то раненых, и вот привез раненых сюда. Стоп. Гизек. Как про Афганистан, долго и даже в то время, когда мы там находились, поговорили о том, что американцы с помощью своих этих всяких ухищрений ЦРУ втащили нас в эту войну и очень радовались, то, что мы туда, как они в свое время в Вьетнам влезли, и все это было, ну, в общем-то, не совсем продумано с нашими сторонами политиками, не военными. Но поскольку вы оцениваете эту ситуацию, что называли Афганистан Кремля, это Вьетнамом Кремля, что это специально было сделано для того, чтобы подорвать нашу экономику, подорвать нашу армию и все это. Знаете, я и тогда был убежден в правоте своего дела, и сейчас я не изменил свое мнение. Я, например, лично был в Афганистане, я искренне хотел помочь этим людям зажить так, как, например, живут у нас хотя бы в Таджикистане. Так, что я служил там. Но дело в том, что мы так... Я свое мнение рассказываю. Вы меня спросили, я свое мнение. Я искренне, понимаете, искренне хотел помочь людям, чтобы они жили так, как живут, например, в Таджикистане, в советском тогда Таджикистане жили. Когда заходишь, я служил там 9 лет почти в Таджикистане, я побывал в новых кишлаках и видел, как живут люди. Люди жили зажиточно, в каждой этой хибаре ренобитной, сверху она такая же, как и там у них, вот, но это хибара и роскошный двор обязательно там нары вот эти, как они называются, у них коврами застелены, в комнате и на полу ковер, и на стенах ковер, и везде ковры. И то есть живут люди, и всякая утварь есть, и скот есть, все есть. А что у них, у бедных, когда мы посмотрели их кишлаки? Да одна только тряпка лежит на полу, и ничего больше, и дети там голодранные. Ничего нету. И все безграмотные. В Таджикистане уже все в школе учились, и все выросли грамотные люди. А там безграмотные совершенно. Так вот, в чем я хотел искренне помочь. Чтобы люди зажили нормально, а не как скот. И они понимали прекрасно это, афганцы. Когда со мной шли добровольцы, вы это не записываете, да? Записывает. Вот. Вы записываете? Записывается, записывается. Да, да, да. Вот. Когда добровольцы шли со мной вместе дорогой на Варикот, вот эту дорогу восстанавливали, ремонтировали, со мной шли 100 человек афганцев-добровольцев. Барагачи вот такие вот, в чалмах. И мне интересно было, почему они идут с нами вместе и оказывают нам помощь, ремонтировать эту дорогу. Вот. Один из них мне объяснил, я говорю, хочу, чтобы мои дети учились в школе. Все, спасибо. Я включаю камеру. Называют не только ошибкой, называют авантюрой. Я, например, никогда бы не сказал людям нашим, моим товарищам, погибшим там, что они авантюристы. Я бы никогда этого не сказал. И я не авантюрист. И они, те, что погибли там. Нельзя их так называть. Нельзя называть убийцами. Нельзя называть ошибка. Нет, это была не ошибка. Это был ход истории. И, видимо, на данном этапе надо было войти войскам туда. Теперь что? Дело политиков ценить. Ошибка это была или нет. А нам, военным, была поставлена задача, и мы ее выполняли. И выполняли честно, добросовестно и отдавали свои жизни. Заполняйте задачи. Так, хорошо. Сейчас. Я думаю, что неправильно просто-таки вот новые средства пропаганды и особенно вот новая, так сказать, пришедшая к власти конъюнктура вот, говорит о том, что это было напрасно, что это была вот ошибка, что это была и авантюра и прочее. Вот. Я наоборот, всегда, когда встречаюсь, и меня
женщины, между прочим, вот погибшие, матери погибших сыновей, вдовы, меня всегда привечают очень хорошо, я с ними всегда провожу очень много времени, часто у них бываю, я им подарил картины, очень много там висят, у них сейчас весь их офис овешан моими картинами. Вот. И когда я с ними нахожусь, даже однажды был провокационный такой вопрос. Вот как же вот вы сидите, вы посылали их сыновей на смерть? На смерть. Вот. И вот сидите с ними, и они вас не попрекают. Да они меня не попрекают, потому что понимают прекрасно. Мы были с ними в одной обойме, с солдатами. Генералы, солдат, мы были в одной обойме. Но я только попал постарше, мне за 50, а ему 20. Если бы мне было 20, значит я был бы солдатом. Стоп. В конце пойдет начало, то что... Пожалуйста. Ну я все сказал. Так, ладно, сейчас еще такая штука. Вот еще раз тяжелее. Так зачем это говорить сейчас? Зачем говорить? Может быть, история потом будет говорить иначе. А мы сейчас вот в запале в этом говорим, что это матери в глаза, что ошибка, и он зря у тебя там погиб. Нельзя этого говорить. Это в тысячу раз больнее матери. Я говорю всегда наоборот. Что он погиб, защищая свою честь. Честь нашей родной армии, честь Родины. Какую бы задачу он не выполнил, но он защищал честь. И свою, и своей армии, и своей семьи даже. Если он погиб там, как положено солдату, геройски, в бою, так честь ему хвала на века. Вот я так считаю. Вот, сейчас можно вытащить, тогда пришли. Все войны выигрывают политики. Все войны. Вот, вернее, выигрывают военные, а проигрывают политики. Всегда. Все войны. В Афганистане тоже. Ввели войска. Ведь Агарков предлагал, будучи начальником генерального штаба, маршал Агарков, он предлагал ввести туда войск столько, сколько надо. Он сделал расчет, прикрыть пакистанскую границу одной армией, Иран прикрыть второй армией, всю эту трассу от Пермеза до Кабула прикрыть еще одной армией, все коммуникации, а воевать заставить армию афганскую, которая была и оснащена великолепно, и подготовлена нашими советниками. И способна воевать была армия. Вот так. Так, а сделали, что ввели одну сороковую. И что сделали? Поставили гарнизончиками по всему Афганистану. Разбросаны войска совершенно. О какой победе радикальной может идти речь, когда каждый гарнизон стоит в окружении душманском? Когда от гарнизона к гарнизону нужно проходить с боями. О какой победе может быть речь? Вот живет в гарнизоне гарнизон. Там бригада или полк, так? Душманы их обстреливают, сжимают, кольцо сжимают. Надоело так сидеть. Вышли из городка, разогнали их на 100 километров, этих душманов. Вот так было. Быстро, энергично, разогнали на 100 километров вокруг себя, пожили опять спокойно, месяц, полтора, два. Опять они сужаются, опять начинают обстреливать, опять вышли, долбанули их, разогнали. Вот, разве это война? Угу. Все, нормально. Как можно было им помочь? Вы же хотели по своим подобию, чтобы они тоже жили. Опять те же райкомы там появились. И уже социализм стали строить, а еще феодализм. Ну, о социализме там речи не было. Было? Нет. О социализме я вникал в эти, во все структуры. Партия. А партия народная называлась? Не социалистическая? Нет. Никогда она социалистическая не называлась. Хорошо. Как можно было из феодального строя сразу же светлое будущее? О социализме речи там и не было. Да, совершенно. Частная собственность там осталась. У нас еще... И я вам скажу, частная собственность там осталась. И даже те частники, которые сбежали куда-то, туда в Пакистан сбежали от революции, их частные владения оставались за ними. И войска, занимающие эту территорию, вот я сколько раз спрашивал,
А что вы здесь вот не уберете это вот здесь можно построить? Нет, это чужая земля. Это частная земля, она принадлежит там какому-то господину, и ее ломать здесь и строить ничего нельзя без его разрешения. Вот. То есть там идеология была четкая. Частная собственность, крупная частная собственность оставалась за владельцами. И никто у них не отбирал это дело. Вот. Дальше. В чем смысл их был? В том, что они шаха-то убрали, у них шах управлял. Шаха убрали и народное правительство. Народное правительство наделить хотелось землей всех тех кан, наделить землей, чтобы у каждого была частная собственность на землю. Никаких колхозов там устраиваться и не думалось даже. А наделить каждому землю, чтобы у каждого была земля у бедняка. Вот что хотели сделать. Вот. И помогать потом беднякам, чтобы у них появилась, может, техника какая-то, то есть фермерские хозяйства. Но ни в коем случае там не было социалистической собственности. А отдельные заводы – государственная собственность. Потому что сейчас грани немножко, сознание немножко перевернулось у людей. И поэтому трудно говорить какие-то слова о любви к родине, а слова такие, как патриотизм. Об этом очень сложно сейчас говорить, потому что вплоть до ругательной уже стали патриоты, это вообще какие-то. Поэтому, но я хочу сказать, что в основной массе своей наш народ, офицерский состав, вот сколько я встречаюсь и знаю, что любит родину, любит свою армию, и если надо, всегда пойдут и будут выполнять любую задачу. Поэтому я хочу пожелать просто своим однокашникам, своим друзьям, боевым товарищам, сослуживцам, инженерных войск, с кем мне приходилось выполнять задачи и в Афганистане, и в Египте. Пожелать им не терять бодрость духа, служить как надо. Придет время, когда будет востребован офицер. Так, как он тому заслуживает. Хорошо. Ну, как я смотрю? Ну, Чечню мы не будем брать. Здесь совсем другое дело. Чечня – это не Афганистан. С Чечней в свое время справились за 2 дня. За 2 суток всю разоружили Чечню. Была вооружена до зубов. Всю разоружили и отправили вон в Казахстан. И по Среднеазиатским республикам. За 2 дня. На это нужна воля правительства, которое сейчас отсутствует совершенно. И единство этой воли с армией. А что у нас в Чечне было? Только была воля армии, правительства воли не было. И победа, в общем-то, там была уже победа, полная, полный разгром был. Но в последний момент вдруг мирные переговоры. Солдаты, офицеры плакали от обиды. Там, когда они взяли Бамут, когда они загнали, и чечены бегали отдельными группками, как зайцы по горам, когда их добивать осталось, когда у них не осталось ни материальной базы, ничего. Не знаю, вот во Вьетнаме там солдаты приходили, офицеры, к Белому дому, бросали свои награды, выражая протест против продолжения войны. У нас это кто-нибудь сделал? Нет. У нас совсем другой был настрой. Вот там-то и дело. Что война во Вьетнаме была страшно несправедливая война. А это была такая? А это нет. Это другая уже война была. Это да, нельзя сравнивать с американской войной. Нет, разница есть. Воевали есть на своей территории, воевали, не спрашивая народа, хотят они в это светлое будущее или не хотят? Хотят. Как хотят? А я вам на примере убедил. Это на примере. Вы понимаете, до сих пор еще идет бойня там. Я знаю, сейчас коллеги воюют с теми, да, с кем мы воевали. Да. И мы сейчас помогаем тому же Ахмед-Шаху, тому же Дустуму оружием для того, чтобы талибов они это потеснили. А раньше воевали с ними прямо напрямую. Ну, потому что Ахмад-Шах сейчас воюет, он, если он победит, например, то это будет дружественная страна России. Если талибы придут, то дружественная... Ну, там пакистанская, это ясно. Все, стоп.